Все просили вот ромашов. Дро. Ромашов, что у тебя здесь? Ребзя, привет всем. Доброе утро, ребятки, доброе. Где Кристина? Да, не знаю, где ты здесь. Он Димка сидит. Привет! Привет, Ребзя. Помахать. Ромашов, тебе привет, мы классные с тобой. Скалон. Ромашов лучший. Ромашов, понятно, там. Лёня. О, Серега, ебаю, ты что, жив-здоров? Жив-здоров, а ты? А я отлично, цвету как майская роза. А как дела, что нового? Да ничего, не, все нормально, потихоньку, на спорте. Тебя не слышно. Тебя вообще не слышно. Сейчас слышно? А вот сейчас слышно. Передача не выделила тебе денег и на новую куртку и футболку? Да нет, слушай, там не только ну, новая куртка уже там. Там душа изранена, Серег. У тебя нет души, не ври. Ты без души. Как у тебя тоже. Вика, привет. А? Слушай, у тебя что, 13-й айфон звук не дает, нет? Денег нет на 13-й айфон. Расскажешь тоже. Леха на чили. Аня вместе сейчас? Нет, ребят. Аня встречается со своим эгоизмом. Убери палец с микрофона. Он тебе, Вика, пишет, палец с микрофона убери. Я говорю, Аннушка не с тобой, да? Андушка? Что за мужик? Это новый участник «Дома-2». Сергей. У меня есть бабки на 13-й. Соник, Дмитрий, супер, поздравляю тебя. Не слышно. Ты палец на микрофоне держишь. Пусть пишет карту, я диктую. А, все. Аннушка масло проливает. Ага. И трамвай едет. Артем Кристине не укажется другой. Артем вот тут. Как дела? Я песню пишу. Розовый провизор. Та-та-ра-та. Ты про Аннушку чаще писать. Пишешь про Аннушку, Аннушку тебя любит, холит и лелеет. Пиши песню про нее. Ой, счастье какое! Лесной. А Лесным меня, у меня прозвище раньше было. Лесной по вам с брязкой психушка. Плачет, конечно. Лех, ты классный, спасибо. А ты, Сереж, как утро твое проходит? Утро мое, я в усадьбе. Не хочешь? Не хочешь в гости приехать? Или ты в Смоленске сейчас? Я в Смоленске. Я в Смоленске. Приехал, вот, смотри. Ой, нормально вообще, слушай. Красота. И, короче, все, ты сейчас не со мной, ты сейчас это читаешь сообщение. Давай, все. О, Владик. Что, Долечка? Здравствуй. Привет. Вот смотрите, какой мужчина пришел. Не, ну, это, я надеюсь, никакой твари сегодня в черном Фотка. Не будет, блядь. Владик. Бля, я буду в черном, а. Влад вообще не разговаривает с нами. С кем? Я говорю, Влад, здравствуйте, он даже не здоровается. Здоровается, что? Здоровался? Да. Вон он. Я в черном. Лех, ты где? Кадоси. Погуляли как? Погуляли отлично. Погуляли неплохо, да. Это брат, друг, сват. Нет, это директор фирмы моей, где я работаю. У него. Привет. Где твой номер? Влад, ты такой добрый, что нет тебя. Закодирую Анику. Не будешь выезжать сегодня? Чего? Выезжать не будешь?
Сегодня нет, наверное. А ты в Москву когда вернешься? А я думаю, сейчас день-два и поеду, да. Давай, короче, это голос читаешь. Все, давай, звони. Давай, давай, Сережа, на связи. Да. Давай, давай, давай. Обнялся. Леша, нужно Брянска домой отправить. Я, блядь, тварь, пизды там. О, Кадони, не ругайся, я в эфире приму. Да? У меня дети. Выключай нахуй. Влад! Влад, у меня тоже прямой эфир, не ругайся, говорят, что там ругаются. Леша скачет, вы что, твари такие? Сосок, блядь. Подожди. Леша. Я все выключаю. Я могу еще никогда заходить. Зашел и спалился, блин, а. Хам трамвайный. У нас сегодня будет смертоубийство. Мамуль, привет, мамуль. На самом деле, Леша, не факт, я что-нибудь придумал. Я приложил ручульку к первой части. Мамульчик, привет, родная. Сегодня у меня у сына день рождения, ребятки. Сейчас мне будут писать хейтеры 100%, что где ты должен быть сыном. Я все понимаю, все знаю, можете не писать. Зачем бросать словами? Встаемся в день по 5 раз. Ребят, нет, сейчас другой. Я просто молча, ну, увидите все в эфире. Просто молча, короче. Ну, ушел, я не хочу этих отношений. Буду искать нормальную девочку с пониманием жизни вообще, которая хочет идти вперед. Да, спасибо, сыночка. И как, которая будет, ну, блин, иметь цели одинаковые со мной. Друга на проект, приятный молодой человек, он не может на проект идти. Поздравляю, спасибо, сыночек, все сам хорошо. Спасибо, ребят. Что у Кристины? У Кристины с Артемом лемур тужу, вот он. Артемчик, смотри, тебя спрашивают. Артем. Что, у нас любовная любовь начинается. Любовная любовь начинается. Они вчера, по секрету скажу даже. Надолго, Леша, не спеши. Не, ребят, надолго, все. Короче, ну, ее в моей жизни больше не будет. Может, она делать, что хочет. А сегодня только девочки выступают, да? Привет, Анька, не нужна тебе. Я понимаю прекрасно. Ты где, да? Она специально, Влад. Может быть, а может и... С днем рождения. Смотрите, Захарова в облегающих леггинсах каких. Ян, повернись, у меня мужчины подписчики хорошие. Во всей красе. Это был, то есть, раньше мертвая невеста, а сейчас он был в ней. А ты в ЗАГС такая же пойдешь? Я не знаю. Вы сами смешные парни. Чтобы убедиться в том, что это реально происходит, я, пожалуй, даже заглянул. Какую всю одежду я порвал? Надо было всю вообще порвать. Но самое главное, куда точно меня пригласить на развод, пожалуйста. Оптимист, Влад. Железно обещаю, честно, правда. На развод обоих, скажу, по очереди. Хотя нет, а я так понимаю, Артур в Крыму будет праздновать? Нет, Артур, вас я буду. Артем ухаживает за Крис, да. Украина, привет, будь Захарова. А ты где будешь жить? Покажи, кто там, Захарова. Ну, короче, это в Крым отправит, да? А ты в Москве. Он-то здесь вообще дико востребован вообще, в Москве. А ты на круг семьи помог. А ты можешь узнать, а где вы работаете? А после дома 2 вы где будете работать? В Москве. Москве. Вот тут вопрос, да. Спроси, Артем, она не общается с другим, ты их ухаживает. Спроси, Артем, а он не общается с другим. Ну ладно, ты блогер, да? Я предлагаю тебе сделать. Артем, ты общаешься с другими девочками? Конечно, общаюсь. Общается, ему не мешает это ухаживать, так что не переживай. Я ничего плохого нет. Я к тебе приду, Наталья. Удачной семейной жизни, у вас все получится. Слушайте, если есть кто нормальный, да, приходите на проект. Покатики, пистолетики. Спасибо, крутая пара была. Ну, блин, видите. Леша, только не уходи с проекта. Блин, ребят, мысли такие. Вчера с сыном разговаривал, он говорит, пап, когда приедешь? И у меня, блин, ну, просто... Сейчас с женой бывшей,
разговаривали. Она говорит, Леша, надо ехать сюда. У меня в Германии много незакрытых дел еще. Возможно, так получится. Слышь, это я эту песню хотел. Возможно, так получится, что по приезду придется... Да. Придется, короче, разбираться. Смогу еще до хера прикольно. Ладно, зала, Леха, рецепт теста не скажу. В Избрянском месте еще нет. Когда не украшение эфира. Нет. Кадошка вообще крутой, согласен. От Глеба есть новости? Нет. Здесь все хорошо. Ныть. Захарова лучшая, когда вас Саня показывает в эфире. Я уже перематываю. Алена, спасибо. Ромашов с Бигриной. Вот Женька здесь, да. Красавчики. Леша, почему не веселишь Анику? Где Крис? Леша, ходите. Привет, Украина. Украина, ребятки, слушайте, мне нужно будет поехать в Украину. Можете кто-нибудь приглашение мне сделать? Я на симпатяга, вам пить нельзя, ей-богу. В смысле, я не пью, вам пить нельзя. Привет из Иркутска, где Кристина Брянская, супер. Так. Леша, ты друг Крис, содействуй Артему, пусть вместе будут. Они будут вместе, ребятки. Мы все делаем, все возможное. И Кристина. Ну, вопрос, беги, Леха, беги. Беги ради мамы и папы из теплой Одессы. Привет, ребятки, люблю Одессу. Подарки отправил? Нет, подарки не отправил вообще. Показывает, что человек будет. Да. Димка нормально, зав девочка к нему его приходит. Леха, возьми меня к себе. Виталий, как я вас могу взять? И уровень такого. Простика, как вы подрались? Спасибо. Где Бигина? Ермашов здесь, напротив. Артем слишком много флиртует с другими девочками. Пожалуйста, помогите детям. Тебе еще кончик. Леха, прошу тебя. Кончик. Лёшка, ты классный, счастья тебе, спасибо большое. Был в Одессе, конечно, был. В 2013-м. За Винтер. Артём, клуб поссорились, да, уже на Полянку я приехал. Аня, понимаете, что начала додумать. Мне Терехин Мишка набрал, сказал, говорит, Лёх, ты где? Я говорю, ну мы едем уже на Поляну. И она... Ну, короче, она меня задолбала, сразу говорит, что ты сейчас с ним поедешь. Я говорю, ну да, я поеду с ним сейчас. Я говорю, на Поляну отвезу и все. После этого у нас началось от отвеза, может быть. Слушай, я еще не понимаю, ты расстался с Аней, да? Передай Ромашову привет, плиз. Жень, к тебе привет. Да, много пишут, тебя поддерживают тоже. Шалом, шаббат. Глеб убежал из-под венца. Глеб убежал из-под венца. Я представил венца, лежащего на Глебе. Артем, тебе тут вопросик подъехал, короче. Кто тебе нравится больше? Кристина Бухенвалда или Жукова? Димка. Димка нравится больше. И Даниэль. И Даниэль, да. А как напьется, так а вы привет. Знаете, что, хотите, я скажу сейчас слив информации. Давай. А у меня тайный роман с Ермаковой, Даниэль не в курсе. Я в курсе. А он в курсе уже. Да. Это не тайный роман. Сейчас. Что у нас? Привет из Турции. Турция, привет, ребятки. Я думал, эту сиську давай, ты все уже. Ваши скандалы в Брянске, это уже как сериал какой-то, забавно наблюдать, как Аня психует, а ты шутишь в этот момент. Милаши такие. Сегодня поддержат на конкурсе. Не знаю. Хорошо общаетесь с Крис, да, Леша, ты там лучше, Адеев раздай там все. Сдутся, расслабились и пухают без конца тебе. Да, Нютка, про. Что ответит Артем?
Артем, а что тебе, Юлька нравится или Кристина? Нет, но они разные, обе симпатичные. Короче, сказал, что ну, с обоими бы замутил. Спросил Артема, почему он так много флиртует с другими девочками. Он флиртун просто. Ты пингвинчик. А Бен свободен? Да, как Аника говорит, как трусы без резинки. А в магаз кто-нибудь пойдет? Не-не, Артур больше кастинга не ведет. Артур, пойдешь в магаз? Пойдешь? Глеб не вернется мне. Флиртун. Мамулечка моя, я тебя люблю очень, мам. Так, Надь, что, дай кастинг-то женский провожу. Я хочу восстановить кастинг Вудмана, поэтому... Кастинг Вудмана. Я, короче, в теле. Она не против. Дим, я в теле, кастинг Вудмана. Кастинг Вудмана проводим на Дом 2. В грим это, в кастинге, кабинете. В кастинг-кабинете. Собора Маршала, как... Дом 5. Дом 5. Я даже знаю, как он умер, когда вставили, где видно, кто занял пустые барабаны. Да, они все лягут по всему побежку. Совсем не знаю, твою бабушку, да. Леха, привет, привет. Блин, что у тебя, где Крис, не знаю. Жень, тебя не испортить. Жень, тебя не испортить. Дима в теме, да. Дима не слышал. Тебя после Кристины ничего не испортит, правда. Диму и Тему на Сейшелы самые искренние отношения. А это как это? Я выкладывал фото, вы как думаете? Хакасия, привет. Как Давид. У Давида инфаркт, ребят, его не трогайте лучше. У него инфаркт пятки. Так, Настя, Женя. Да. Леша, с праздником, днем отца, да, спасибо, ребятки, капец у вас, бабы бухают, Африка успокоилась. Так, Крис, покажи. Привет с Украины. Украина, привет. Покажи Димку, девочка симпатичная. Привет. Вот тебе поцелуйчик. Что у вас, Саня? Ничего, парни. Кто эти парни в кожанке и белой кофте? Это Артем. Кристина самый красивый. Моргану привет с Башкирии. Хорошо. Швили вернется, да? Привет, Адиев. С днем отца тебе спасибо, когда будет продолжение про 8000 пиц. Привет, Чита. Почему Димка один? Слив информации. Он завтра будет не один. Завтра я буду не один. Все. Завтра женский приход. А вот Крис заходит. Вон, Кристин, тебя тут спрашивали все подписчики мои. Алло, wie geht's dir? Schönes Frau, ja? Hier. Что у тебя, Аня? Короче, Миха Бетов. Что у тебя с Аней? Глеб вернется? Нет. Так, привет из Перми. Привет, когда на Дом 2? Ребят, когда в России бухать перестанут, тогда и на Дом 2 перестанут. Заебали, блядь, с этим вопросом. Надо к Димке идти. Нюся, иди к Димке. Все. Алексей, привет, почему все время ругаете с Аней? Кристина с Артемом. Кристина, вы спайся? А что, мадам, не выгнали? Паники не мерила? Крис, передай привет. Крис, тебе привет. Так, ладно, ребзи, давайте. Все, всем спасибо, вас было много. Так, почему Глеб не вернется?
Артём, открой рот, открой, давай, давай. Привет, Открывай. Свадьбу Глеба и Насти, я не знаю, может будет. Влюблённая парочка. Давай. Крис Звезда. Ужас, как ты разговариваешь. Да потому что, ну, вопросы дурацкие не задавайте, буду нормально разговаривать. Крис, любовь наша. Артём, а мне ты жирный нравишься. Ну, вон там кто-то, Лёха, много не пей, хорошо. Здравствуйте. Брянская фан. Дима, скажи, что это было. Светлана Эдуардовна. Дим, к тебе тут девочка хочет косарь долларов дать. А он ушел, да? Да, OnlyFans. Пусть через меня придет. OnlyFans. Слушай, а это что за тема такая, OnlyFans? Стесняются, да. Сделай что-нибудь. Кто-то вошел и зассал. Где Крис? Крис вот здесь вот сидит. Блин, у меня так булки болят, брат. После выпадов с Артемчиком делали ноги, да. До сих пор болят булочки. Булочки болят, капец. Качались по моей системе. Много не пей, мало тоже. А то получишь по наглой роже. Так, блин. Вот она, смотрите, красотка. Я бы замутил с Крис, конечно, если бы я не был папой ее. Она, представьте, что... Представьте, вот дочка моя была. Представляете, да, он родитель моего отца. Да. Артем красавчик, приветики. Артем сердце. Нет, не снимет. Не снимет. Крис мне разрешает. Крис вчера ее зажал. А вы вчера целовались, да, милахи какие. Леша, здравствуйте. Я с удовольствием живу в дом 2. Спасибо. Кристине надо помирить. Нет. Лучше не надо. Где Аня? Покажи. Я не знаю. Злая, противная баба. Да, я такая. Не наговаривайте на нее. Я самая лучшая баба. Крис самая лучшая, согласен. С каким машом? Так, Кристина, передай попозже, кто это свадьба. Не надо потом. Кристиночка красавица. Не читай комментарий по других. Да. Только про меня. Хорошо, Крис красотка, Крис Артем самый лучший. Не, мы не вместе. Это супер. Кристина и Артем сердечки, короче. Там у тебя любимая вся, какая ты красивая. Это без фильтров, вот даже смотрите. Да, без фильтров. Самая яркая участница. Привет моей жене. Привет вам из Крыма. Все про Кристину, про тебя забыли. Да. Все, ну ладно, я так, на галерке своей славы. Ладно, ребятушки, все, давайте пойду в магаз. Тебе нельзя, потому что с моих рук не хотел брать, пошел. Ну, да. А я не знаю, не видел. Обожаю. О, привет, Артур. Артем с кем-то переписывается. Кристина самая красивая. Выгоняйте Кристину, не надо. Любимчики мои. Все, ребят, запивасом? Нет. Пока-пока, давайте. Может, попозже еще выйдем. Артем и Кристина красивые. Нет, это мой. Отжал не видите? Энергетик. Не покупают.